наш вебинар. Сегодня мы с вами познакомимся поближе с Калином Белеком. Да, обратите внимание, правильно, Калином. Отель был назван в честь алмаза, который был найден в 1905 году в Африке. И его каратность свыше 3000 карат. Он такой же уникальный и особенный, как и, то есть наш отель, как и этот самый камень. Так вот, давайте познакомимся с нашим отелем. Я думаю, многие уже знают про наш отель, знают, что это такое, как он выглядит, кто-то видел, кто-то даже пожил, кто-то продавал, кто не продавал, обязательно продаст, и его гости останутся с вот положительным впечатлением, я больше чем уверен. Давайте начнем знакомиться. Итак, территория отеля свыше 1 200 000 квадратных метров вместе с гольф-полями. Если брать именно территорию пользования, это 170 тысяч квадратных метров. Уникальная территория. В чем уникальность? То есть с одной стороны проходит море, а с других сторон гольф-поля. Поэтому вид из каждого номера, он уникален. Это либо на гольф-поле, либо на море. Первая береговая линия от главного корпуса до моря буквально 150 метров. Кристальное чистое море. Почему? Тоже он объяснил такую ситуацию. В Белеке вообще море, оно немного мутноватное, так как мало гальки и очень много песка. На нашем пляжу преобладает галечка, что придает морю более кристальный вид. У нас очень большой отель, и в проектировании занимался итальянец, поэтому в дизайне, в проектировании вы заметите очень много коричневых, зеленых, бронзовых тонов, что очень теплые и невероятные оттенки. Лобби достаточно просторный, находится большой guest relation desk, reception desk, лобби-бар, который работает 24 часа, а-ля-карт ресторан, который будет работать бесплатно также 24 часа, ну и а-ля-карт рестораны, такие как итальянский и биф, стейк наш хаус. К ним мы, о них я расскажу вам чуть-чуть подробнее чуть дальше. У нас 600 номеров, 18 разновидных категорий, поэтому можно расселить ваши большие компании в определенных категориях в зависимости от ваших запросов. То есть начиная с минимальной категории, это Superior, и заканчивая виллами. У нас в каждом номере есть умный дом, поэтому гости при заселении на ресепшене им дают сканировать QR-код. Через QR-код они скачивают программу, потом в этой программе они могут настраивать освещение, они могут настраивать температуру, закрывать, открывать шторы и также без карточки открывать свои комнаты. То есть через телефон они открывают дистанционно свой номер. В каждом номере у нас мы продумываем каждые детали, поэтому у нас есть меню подушек, гости, которые могут выбрать себе подушку либо пожестче, помягче, и каждая стена. Кровати, диваны, они сделаны специально на заказ. То есть у нас комнаты, они как, если семейные, это номер с комнатой и гостиная. В гостиной диван, но этот диван, он трансформер, поэтому его можно использовать как двухспальную кровать, либо две односпальные кровати. Помимо этого всего у нас есть виллы. У нас 10 вилл, 2 категории, такие как эксклюзив вилла, это 210 квадратных метров, 3 полноценные спальни плюс большая гостиная. На территории есть свой бассейн, в зимней концепции бассейн и пол подогревается. Ну и есть еще у нас Калинан вилла. Калинан вилла 280 квадратных метров, 4 полноценные спальни, большая гостиная и также своя территория. На территории есть свой большой бассейн,
И также в зимней концепции и бассейн, и полы с подогревом. У вилл очень много привилегий. Такие привилегии, как бесплатное питание во всех а-ля-карт ресторанах. У нас их 6, к ним я еще мы подойдем. 6 а-ля-карт ресторанов, бесплатное питание во всех их. Также закрепляется за ними личный батлер, консьерж, приватный ассистент. И эти все их ассистенты, они встречают их непосредственно в аэропорту. То есть гости прилетают, в аэропорту их встречают их батлеры, ассистенты, консьержи. Встречают они с прохладительными напитками, с закусочками, с подарочками для маленьких детей. И сопровождают непосредственно на виллу, на которой будут проживать потом гости. И оттуда начинается их удивительный и невероятный отдых. У за виллами закрепляется кабана на пляжу, либо на пирсе. Это выбор за гостем. Бесплатная прачечная химчистка для категории вилл при проживании от 7 ночей. Все эти привилегии начинаются. Рум-сервис также входит в их бесплатную концепцию. Также у нас есть еще номер лагун. Лагун Бич Свимапы и Лагун Гольф Свимапы. Лагун Бич Свимапы, они у нас находятся на территории отеля, в сердце отеля, вблизи ко всей инфраструктуре, вблизи к морю, ко всем а-ля-карт ресторанам, к пляжу, к шоу-центру, к ночным дискотекам, барам. То есть это самые активные, так я бы сказал, наши номера, с выходом также, собственно, бассейна. И помимо Лагун Гольф Свимапов, у нас еще есть Лагун Бич Свимапов, у нас еще есть Лагун Гольф Свимапов. Лагун Гольф Свимапы, они находятся на гольф-полях, это более приватные, тихие, спокойные такие категории номера. У категории лагун есть свой ресторан, где гости могут сами позавтракать, пообедать, ну или вечером насладиться сигнатур-коктейлями с видом на наш гольф-поля. Для вилл у нас большой пляж, 800 метров протяженностью. Он делится на три зоны. Это зеленая лужайка, белый привязной песочек и анталийский природный песок. У всех этих зон есть лежаки. У каждого лежака есть QR-код, через который гости могут заказать себе напитки дистанционно. Помимо этого, у нас два больших пирса. Пирс с лежаками. На этом пирсе есть большой бар, где гости могут взять себе напитки непосредственно. Ну и пирс с кабанами. Кабаны у нас, обслуживание кабан с 10 утра до 6 вечера. Они у нас платные. То есть это по меню напитки, еда. У нас есть кабаны с джакузи, кабаны на пирсе, ну и кабаны на первой, второй и третьей линии пляжа. Также у нас очень большое количество бассейнов. Есть бассейны с видом на гольф-поля, есть бассейны с видом на море, ну и также есть бассейны в категориях свимап. В спа-зоне есть обслуживание у лежаков у нас бесплатно. Я сейчас видел вопрос, извиняюсь. Я на вопросы тогда после презентации постараюсь вам ответить. Закончим презентацию. Аквапарк. У нас очень большой аквапарк. 13 горок, 9 из них детских, 4 взрослые. Поэтому детишки вместе со своими родителями могут отдыхать вместе. И аквапарк. У нас есть хорошая новость. С октября месяца мы планируем его подогревать. Давайте подойдем к нашей такой любимой теме – гастрономия. Мы гастрономии уделяем очень большое внимание. Скажу вам, открою вам секрет, почему. У хозяина отеля в Германии, в Берлине представлена своя сеть ресторанов, поэтому именно питанию, сервировке и подаче мы уделяем очень большое внимание. Как я и говорил, у нас 6 а-ля-карт ресторанов, все они разные, и они все платные. От 30 до 60 евро в этот сезон летний будет цены. Главный ресторан, помимо 6 а-ля-карт ресторанов, у нас еще есть большой главный ресторан, это шведская линия. В чем уникальность нашего главного ресторана? Все блюда у нас за стеклом, поэтому гости сами не накладывают себе еду, их обслуживает непосредственно наш персонал. То есть очень большой выбор. Это безглютеновые, это рыба, мясо, курица, морепродукты, пареные, сладкое, детский корнер. То есть большой выбор в главном ресторане. Помимо главного ресторана, подойдем к а-ля-карт ресторанам. Вот у нас есть наша визитная карточка «Ямас ресторан». Это наш греческий а-ля-карт ресторан. По вечерам это танцы сиртаки, битье тарелок. То есть можно прочувствовать всю греческую, как сказать,
атмосферу. Ресторан Паскарелло. Наш итальянский а-ля-карт ресторан. Это вкуснейшая паста, это невероятная пицца, то есть итальянская кухня. Beef Grill Club. Наш мясной стейкхаус, а-ля-карт ресторан. Невероятно вкусные стейки, отбивные, то есть можно тут попробовать мясные продукты. И наш турецкий Хасыр а-ля-карт ресторан. Под этой как раз маркой в Германии представлена наша сеть ресторанов. То есть днем, также он работает днем как снэк, а вечером гости могут насладиться а-ля-карт рестораном. Азиатский а-ля-карт ресторан. То есть азиатская кухня, суши, также и кухня тапаньяки, открытая кухня, шеф-повар, который с шоу-программой готовит невероятные блюда для наших гостей. Сапоры. Это индийский а-ля-карт ресторан, это утка разные, утка, ну и другие блюда. Бистро а-ля-карт ресторан. Это тот самый а-ля-карт ресторан, который я вам рассказывал, что бесплатный. Он работает в течение 24 часов для всех наших гостей, что очень удобно для раннего заезда и для позднего выезда. Также у нас есть своя шоколадница. Шоколад у нас ручной работы. Ну и кондитерская «Каприз». Там вы можете попробовать невероятные наши вкусные пирожные, тортики. Ну и мы там подаем мороженое «Мовенпик». Что касается нашей визитной карточки «Галапагос Бич Бар». Днем он работает как бич бар, можно насладиться музыкой, выпить невероятно вкусные сигнатур-коктейли. Ну а вечером уже начинаются разные тематические вечеринки, шоу-программы до 2 часов ночи. То есть невероятный бар, невероятная своя. Он единственный в своем роде, мне кажется, на Италийском побережье. Он сделан в форме как скелета черепахи. Ну и как и под куполом этой черепахи, так и на свежем воздухе гости могут расположиться. И там тоже будут диджей-сеты, тоже разная своя шоу-программа. Это фаер-шоу и разные другие. Большое количество баров, как на пляжу, так и в самом отеле, так и на территории отеля, где гости могут попробовать разные невероятно вкусные сигнатур-коктейли. Детский клуб. Так как я вам говорил, что у нас очень активная анимация взрослая, то поэтому и детский клуб у нас работает с 10 утра до 2 часов ночи и принимает детишек от 2 годиков. В нашем детском клубе есть разные тематические комнаты. Это комнаты для игр, настольных игр, комнаты лего, песочница, площадка. Есть балетная студия, PlayStation комната, непосредственно кинотеатр. Ну и есть ресторан, где детишки могут позавтракать, пообедать, пополнить, перекусить, когда проголодаются. И помимо этого всего у нас еще есть комната отдыха для совсем маленьких, так и для более взрослых наших детишек. Помимо детского клуба у нас еще есть наш Teenager Club, где более взрослые ребята, наши подростки, вместе с нашими аниматорами занимаются такими делами, как приготовление безалкогольных коктейлей, рисование граффити, играют курсы на игре на диджей-пультах, приготовление собственного парфюма, то есть и более взрослые дети, подростки, они тоже не остаются без присмотра. Как я говорил, у нас очень сильная анимационная программа, это разные шоу-программы, так и диско-вечеринки. К ним я вам более подробно расскажу про них в следующей нашей презентации. Также у нас очень большой спа-центр. Территория свыше 8000 квадратных метров. Это разновидные хамамы, сауны, массажные комнаты, косметологи и разные другие. Есть непосредственно и VIP-комнаты, где гости могут расположиться своей компанией и непосредственно в приватной зоне отдохнуть, используя свой хамам, свою сауну, массажные кресла,
то есть приватно. Большой бассейн, как крытый, так и открытый. В зимней концепции этот бассейн подогревается. Большой тренажерный зал, тренажеры марки TechnoGym, это итальянский бренд, последние технологии. Также у нас очень большой гольф-клуб. 36 лунок, 9 из них с подсветкой, поэтому можно играть еще в ночное время. И наши гольф-поля, они входят в десятку лучших гольф-полей по европейским стандартам. И в чем уникальность? Она находится на первой береговой линии. Давайте я вам расскажу еще про новинки, которые ожидают наших гостей в этом году. Давайте про новинки. Итак, наших гостей в этом году ждут мишленовские повара. То есть в течение всего летнего сезона к нам будут приезжать мишленовские повара в наши а-ля-карт рестораны и подавать свои невероятные вкусные блюда для наших гостей. Помимо мишленовских поваров, будет две очень сильные шоу-программы от художественных мастеров от театра Крейв. То есть они поставили две очень сильные программы для нашего отеля. Это Cullen and Diamond Show. Самая шоу-программа, которая будет рассказывать происхождение того самого алмаза, ну и в честь которого был назван наш отель. Ну и Cullen and Picture Show – это тематические сцены из культовых фильмов будут перенесены на площадку нашего отеля. Также был заключен контракт с симфоническим оркестром Мариинского театра под управлением легендарных дирижеров, и также они в летний период будут приезжать к нам в отель и давать свои невероятные концерты. Мы усовершенствовали концепцию напитков премиум-класса, то есть наша F&B-концепция, она усилилась. Теперь на велкоме мы встречаем гостей шампанским «Майот». В а-ля-карт ресторанах добавились итальянские и французские вина. Помимо этого добавилась вода «Аквапанне» и минеральная вода «Сан-Пеллегрино». В главном ресторане 4 раза в неделю будут подаваться устрицы. Черная, красная икра настоящая, ну и большой выбор морепродуктов. Также мы усовершенствовали наш Галапагос Бич Бар, мы сделали там большую сцену. Теперь все эти тематические вечеринки будут еще более невероятные, то есть будут на высшем уровне. Для всех агентов есть хорошая новость. С 1 апреля запустилась бонусная программа, поэтому зарегистрировавшись вы, нося с 1 апреля свои... То есть бронирование, которое сделано с 1 апреля, вы вносите в свой личный кабинет, ну и с каждой брони вы зарабатываете процент. Потом вы сможете обменять заработанные деньги на бесплатные ночи в нашем отеле. В телеграм-канале есть ссылка, где можно пройти и зарегистрироваться в нашей бонусной программе, после чего там будет полная инструкция, подробная, где это все будет объясняться. Для всех наших номеров мы поставили новую косметику. Это с минимальной по максимальную категорию косметика Bulgari ожидает наших гостей. На виллах теперь еще будет фен Dyson. В премиум категориях номеров Apple TV и PlayStation. Ну и есть еще хорошие новости для категории вилл. У нас теперь есть Sea Lounge, то есть это виллы, это Lagoon Duplex и Grand Duplex Swimup Suite могут пользоваться Sea Lounge'ем. Ну и Fast Track, ну это отдельно будет сейчас у нас презентация, где я вам расскажу про Fast Track и CIP Lounge. Детский клуб, у нас там теперь работает 40 человек, поэтому детишки не останутся без присмотра. И давайте я вам расскажу про CIP Lounge для наших гостей. Итак, CIP Lounge. Теперь наши гостей категории Villa, Grand Duplex Map Suite и Lagoon Duplex
они могут пользоваться при прилете C-плаунчем, то есть они выходят через отдельный вход, ну и при вылете также они пользуются C-плаунчем. А для категории, как вы видите, Family Duplex Swimup, Family Suite Swimup, Grand Family, Grand Duplex Swimup, Lagoon Golf Swimup, Lagoon Beach Swimup, непосредственно Lagoon Beach Family Swimup и Lagoon Golf Family Swimup, у них есть такая функция по аэропорту, как Meet and Assist. Что это такое? Давайте я вам расскажу про это поподробнее. Meet and Assist – это также отдельные, то есть когда гость прилетает, их непосредственно встречают на трапе, то есть уже с табличкой, и проводят в отдельную, на отдельный паспортный контроль. Они получают отдельно свой багаж, но их провожает полностью ассистент. При вылете также есть отдельная стойка, где встречает гостей ассистент. Он их проводит на отдельную стойку регистрации. У них отдельная стойка паспортного контроля. Ну, у них есть еще свой СИП-салон, где они могут также расположиться и непосредственно отдохнуть, ожидая свой перелет. Ну, СИП-лаунч для всех понятен. Когда гость прилетает, непосредственно их встречают на отдельном трансферте при выходе из самолета, проводят СИП-терминал, то есть у них свой VIP-выход, через который гости выходят, также своя паспортная стойка. Ну и на обратном пути, также, когда будет гость возвращаться, улетать с Анталии, у них свой вход, непосредственно VIP-регистрация, VIP-паспортный контроль, ну и свой СИП-лаунч, где непосредственно гости смогут отдыхать, ожидая свой перелет. Ну и давайте, я думаю, видео загрузилось, посмотрим видео про наш отель. Thank you.
дорогие зрители. У меня будет большая просьба. Вот эта ссылка на наш телеграм-канал. Подписывайтесь. Вся информация о нашем отеле. Вы можете видеть всю рекламу, скачивать рекламные ролики. Также по всем новым новинкам нашего отеля непосредственно можно находить там. Я готов сейчас отвечать на вопросы. Если есть какие-то вопросы, можете задавать. Всем всегда рад помочь. Всегда, знаете, я всегда помогу, подскажу по любому вопросу. Я, наверное, оставлю здесь свой контакт. Конечно, я вам сюда, наверное, напишу его. Супериорах с видом на море, не шумно. У нас все настолько все продумано, все колонки, вся система, звук систем, он направлен на море, поэтому отражения в главный корпус нету, шумно не будет. Я делюсь с вами своим контактом, это вот мой номер телефона WhatsApp, вы можете всегда мне писать, я всегда на связи, по любому вопросу можете ко мне обращаться, связано с нашим отелем, резервациям, броням. Всегда рад помочь. Коллеги, есть ли еще у кого-то какие-то вопросы? Благодарен всем, кто пришел сегодня к нам на вебинар. Агентского тарифа для проживания нету, как я сказал, запущена бонусная программа, поэтому продавая номерной фонд, вы зарабатываете баллы, потом которые вы сможете обменять на бесплатные ночи. К сожалению, агентского тарифа нету. Всегда рад помочь. Одиноких мужчин не подтверждаем. Мы подтверждаем в таком случае, если мужчина старше 40 лет, либо же это размещение папа-сын, папа-дочь, либо это компания, либо одна семья. В таких случаях мы подтверждаем. Но одинокого мужчину до 40 лет, к сожалению, не подтверждаем. С компанией подтверждаем это как? Если, например, там три женщины и три мужчины, в таких случаях подтверждаем. Ну, то есть, если какая-то большая компания едут, да, друзей, то в таком случае, да, подтверждаем. Но, опять же, под запрос. Вода в аквапарке
на данный момент не подогревается, но есть хорошая новость. С октября месяца аквапарк планируем подогревать. Такой вопрос пришел, подтверждаем ли мы мальчишник. Таких запросов еще не было. Я думаю, стоит сделать запрос. Рестораны, куда с детьми не пускают? Нет, таких ресторанов нету. Во все рестораны пускают с детьми. Нет, за что. Приезжайте, мы всегда рады видеть. Если будете в Анталии, также говорю, пишите мне, я проведу вам детальную инспекцию. Всегда рад помочь, как всегда я рад видеть. Так что будете в Анталии, пишите, обязательно помогу. Неделя, мне кажется, будет мало. Мне кажется, минимум 10 дней, чтобы прочувствовать все детали нашего отеля. Коллеги, если будут еще вопросы, всегда рад подсказать. Появится, можете мне писать. Рад был с вами пообщаться. Всегда, как я и говорю, я всегда на связи. По любому вопросу можете обращаться ко мне. Спасибо за то, что пришли, посетили наш вебинар. Будем на связи. Хорошего дня. Хороших вам клиентов. Отправляйте. Мы здесь встретим. И встретим на высшем уровне. Спасибо, что посетили вебинар. Я с вами прощаюсь. До скорых встреч.